Всем привет, друзья! Короче, сегодня вообще будет бомба видео. Посмотрите, в чем я нахожусь. В бронежилете практически. Это жилет, чтобы не утонуть. Называется... Как он называется? Просто жилет называется. В общем, вот, видите, какая штуковина? Называется каяки. Почти байдарка. Вот видите? Короче, находится это вот здесь, вот на деревянном причале в Новом Свете. Вот деревянный причал. Вот деревянный причал. Вот такие каяки есть трехместные, есть двухместные, есть одноместные. О, дядя Вова, привет. А мы знаем, что ты здесь. Как дела? Так. Вот кто я тоже, дядя Вова, обращайтесь, вот он, у него катер стоит, туман катает по экскурсиям по царским пляжам. Вот так вот отвязываем, вот так вот отталкиваем. Это одноместная штука, но здесь, видите, вот вода поступает. Так что гидромешок даже мне дали. Короче, сейчас нужно, чтобы так сесть, чтобы еще и камеру не залить чем-нибудь. Так. Гидромешок, ну, вот видите, вот так вот. Хотя здесь вода вот так поступает, да? Чуть-чуть. Здесь мокро. В общем, нужно... у меня там телефон, кстати, лежит. Если что. Сейчас мы поплывем. Поплывем. Посмотреть, что там на пляжах. На пляжах что-то творится. Так. Тут такая двухвесельная весла. Соединили. Просто вот кто-то просто не захотел делать две, понимаете? Два весла. Вот не захотел. Думал, ну блин, не хочу я пилить палку. Короче, пускай будет так. И вот так вот придумал кто-то такую штуку. Вот. Так, все, отплываем. Вот запишу. Да, вот запишу. Короче, отплываем. Так, надо. На меня плывет катер. На меня. Блин. Трусы намочил. Что снять? Царский? Что еще раз? Как серфинги снимешь вайпер. А, серфинги? Блин, там еще серфинги какие-то у них. А, там доска у них есть. О. Короче, кому доска нужна, не вот так сидя, а стоя, тоже обращайтесь на этот причал. Все. Только рекламу им делает, ты понимаешь? Во. Нашли рекламщика. Так. Меня относит. Чего? Ой, меня относит. Я покажу. Во, видите? Плывут на нас. На нас плывут. Аккуратно плыви! И вали отсюда! Молчи! Вали! А я что делаю? Ты видишь, я валю! Так, ну, да елки-палки, вышел и солнце зашло за облака. Короче, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте лайки. Видите, как я ради вас стараюсь. Это же просто мучение плавать. Ну, это я, наверное, перегибаю, да? Ладно. Не мучение.
Я вижу, что не мучаю. О! Я жалуюсь, что солнце зашло, понимаете? Короче, наоборот хорошо. На голову не печет. Наоборот, все позитивно надо. Что-то я на одном месте. Так, надо как-то прикрыть свою филейную часть, чтобы было красиво. Ой, елки-палки. Надо выше. Так. Короче, я вообще даже от причала не отплыл. Сколько времени прошло, напишите в комментариях. А то я не вижу. Блин. Буйки. Приждали, ты куда? Привет! Помаши рукой. Так. Короче, надо тренироваться с этой штукой. Вот кто придумал вот это вот, вот такие весла? Я не отплыл еще никуда. Так. Что-то я с тебя снимаю. Вот. Вот. Вот, друзья. Посмотрите. Короче, я вот так вот сделаю. Вы будете впереди видеть все. Вот. Вот так. Вот так. Нормально? Напишите в комментариях. Комментарии позволяют видео проходить в топ. А это видео топ. Почему бы ему не проходить в топ? Так. Так. Я вижу одного ныряльщика. Мы сейчас к нему подплывем и спросим, что он там видит под водой. Как вы считаете? Идея. Идея хорошая или не очень? Сейчас мы постучим ему не по голове, конечно, а так по лодке. Ай! Ой, аккуратно, я извиняюсь, нас наносит друг на друга. Что там видно? Блин. Короче, он нырнул, все, его нету с нами, он под водой. Так, ну что, друзья, народу наехало много. Сейчас мы будем их снимать с воды, как хотите. Вот. Кто был на пляже, тому повезло, он в телеке будет у нас теперь. Так. Он будет в телеке. А это без жилетов не пускают, представляете, на каяке. Все, это вам не это. Тут даже, я вам покажу, тут даже у этой каяки есть номера. Вот они. Видите? 195 и что-то стерто. Короче, у этой каяки даже она зарегистрирована в этой в системе, в ГИМСе. Ну, которая за водой смотрит. И вообще у этих у весельных лодок все зарегистрировано. Так что ты никак не пропадешь, получается. Так, мы плывем на людей. В сторону людей. Сейчас будем спрашивать, как водичка. Мне что нельзя в этом. Не, мне там можно купаться, но как ты будешь купаться в этом, в жилете? Как ты в жилете будешь купаться? И вот вопрос задаю. Сейчас мы кого-нибудь спросим, как водичка. Как водичка? Хорошая? А то же мне нельзя, видите, в жилете купаться. Так. Ладно.
видно. Говорит, хорошая. Ну, не знаю, я пятой дочкой чувствую, что вроде хорошая водичка. Потому что здесь немножко подтапливает. Она вся в дырках. Вот, видите, вот дырка. Вот. И вот дырка. Это чтобы вода уходила, ну, по идее. Вот, но если ты немножко чуть-чуть тяжелее 50 килограмм, наверное, ты тебя немножко будет подтапливать. Не сильно, конечно, но воду чувствуешь. Это столовая, смотрите, вот столовая прям написано большими буквами. Это кому? Кому не написали, мне интересно. Как водичка? Отлично. Отлично? Да, классно. Сколько градусов? 20 точно нету. 20 нету? А больше, чем 20? Знаете, тут как такие течения холодные, да, и теплые. Под водой внизу, да? По-разному. А. Говорят, какие-то низовки, что ли. А вы куда снимаете? Канал «Крым на ладони». Крым на ладони? Да. Я подпишусь. Хорошо. Я почти на все крымские написала. Вот. А как, конечно. А я буду. Подождите, я вас сниму сейчас. Сейчас будете героем. Да. Героем канала. Я приеду. Ладно, классно, приезжайте. Как вас зовут? Меня зовут Эльвира. Как? Эльвира. Эвира? Эльвира. Эльвира? Да. Все, понял. Вот, я вас снимаю. Спасибо большое. А как вас зовут? Меня носит. Виталий Игнатюк. Если что. Все, крем на ладони, все, подписываемся. На YouTube, да? Да, скажите, чтобы подписывались, а то не подписываются люди. Хорошо. Ой. А ВКонтакте тоже есть? Да. Ой. Не, мы вокруг Крыма подписаны, потом Михаил. Да, там Женя главный. Да. И этот Крым глазами местных. А это еще будет Крым на ладони. Да, подпишемся. Я местный, с Нового Света. Круто, у вас тут круто. Нам нравится. Все, счастливо вам. Вам тоже счастливо. Хорошо отдохнуть. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на канал, видите? Человек не знает даже. Вот если вы не подписаны, а кто-то не узнает. Ай, короче, ладно. Неважно. Хотел уговорить как-то красиво, не получилось. Не знаю, я не умею уговаривать. Или умею, не знаю. У меня просто молодой канал. Так, дети, не заплываю за буйки. Где буйки? Вот туда, до буйка и все, и назад. Я не знаю, что я шучу. Сколько температура воды? Сколько вода? Теплая, нет? Достаточно, прохладно. Достаточно? Достаточно. Понятно. Смотри, а когда ты заходил в воду, там есть песок? Или там камни? Камни? Вначале камни. Понял тебя. Тут песок, кстати, вот. Видите? Но вначале камни. Вот там чуть-чуть камней, там, ну, метр или два, короче, я заходил. Ну, такие они круглые, пологие. Я тебе говорю.
Так, все, друзья, мы возвращаемся назад. Я придумал вот так вот частично себя. Так. Все, у меня больше нет этих вариантов, что спрашивать у людей. Если есть какие варианты, подкидывайте в комментариях, я не знаю, кроме как водичка, то у них в воде спрашивать можно. Так, сейчас мы немножко повернем, чтобы вам было видно. Мы плывем назад. Наше судно едет назад. Вот. Вот. Наше судно едет назад. Ой. Водичка, конечно, чистейшая сегодня. Конечно, в Новый Свет больше едет, наверное, все-таки с детьми люди. А связано это с тем, скорее всего, что здесь нет таких развлекательных каких-то заведений. Вот. Меньше суеты, больше природы. Вот. Один из красивейших, может, даже самый красивый поселок в Крыму. Можжевеловая роща, Здоровица, да, под, ну, плюс к тому, что море, еще и можжевельник тут растет. Вот. Здоровица, как бы подышать можжевельником. Вот. Как-то тут диакон приезжал у нас один, архидиакон. Он вроде бы как в Чечне воевал раньше. И у него, короче, все в осколках, все тело. И он как-то говорил, что когда приезжает сюда, говорит, все, ну, обычно она гудит, ну, болит, это самое. Когда приезжает, говорит, сюда, вот из-за воздуха, может, или еще из-за чего, все перестает болеть. Вот эти все осколки, которые внутри него находятся. Так, что-то... Понял, о чем будут комментарии. Сказал, не подумав. Ладно, не важно. Это дело такое. Лучше про архидиакона что-то напишите, чем то, что вы подумали, некоторые из вас. Так, что у нас получается? Плывем к причалу. Это так, просто. Конечно, можно было по трем бухтам туда сплавать, но много времени займет это дело. Пока что у меня... Сейчас мне немножко нужно... Друзья, немножко поплывем так, мне уже чуть-чуть, не знаю, о чем говорить, чуть-чуть так проплывем немножко.
Короче, цены там на эти каяки 400 рублей одноместный, по-моему, 600 рублей двухместный стоит. И трехместный 700, насколько я помню. Едет катер. Это за час. Тут, конечно, плавать есть где. За эту гору, вот, которую вы видите, гора Орел, за ней одна бухта, потом следующая, вторая бухта, Царский пляж, но это можно, может, полдня занять, плавать. Вот почему бухта зеленая. Мне интересно, вы видите цвет воды? Ну, как бы через камеру, насколько она будет отличаться. Вот прям зеленая бухта. Это три бухты у нас по цвету, по оттенку воды, получается, они отличаются. Одна зеленая, вторая бухта синяя, следующая бухта. И третья бухта голубая, где Царский пляж. Вот, и... Кто еще хотел отправиться? Вместе с нами дельфина в открытое море, просьба поторопиться. У нас уже объявлена посадка, друзья. И все желающие отправиться вместе с нами, посмотреть на огромную стаю диких черноморских дельфинов, поспешите. У нас остается ровно 6 минут отправления нашего катера с дельфином, друзья. В катере есть еще свободные места, и все желающие могут присоединиться к нашей команде. Подходите, это правая сторона набережной, деревянный причал, друзья. Также напомню вам наше главное правило. Если дельфина в море вы не увидите, то вы покатаетесь абсолютно бесплатно. Оплата у нас только после просмотра. Все по-честному. Добро пожаловать на борт. Короче, мы причалили. Перебил меня этот самый рупорист. Рупорист называют человека. Короче, мы прибыли в пункт назначения. Вот. Не знаю, видно дно? Не видно. Так. Это вот только тут такое дно. Ой! Наткнулся на скалы. Все, короче, покатались. Все, покатались. Друзья, просто посмотрите, какая вода. Это просто песня. Просто шикардос. Какая водичка в Крыму. Это мы сейчас в Новом Свете. Просто у меня слов нету.
как подобрать, так, как подобрать красоту такой воды. Где еще вы такое увидите? Да. Кстати, подписывайтесь на канал обязательно. Если что, если вдруг чего. Как вы меня потом найдете? Виталий Гнатюк, да, меня зовут? Вот он я. Просто песня. Молока. Так. Там судак в той стороне находится. Песня. Это бухта Зеленая, кстати. На зеленую похоже в воду. Он, мне кажется, как-то по-другому нужно назвать такой цвет воды. Цвет шикардос. Ну, похоже немножко на зеленый, наверное. Так, все.